Fleetwood Mac возвращаются, как вынесло в заголовок одно из англоязычных изданий, играя словами «Mac is back». Кристин МакВи захотела присоединиться к команде, которую покинула, как отрезала, 17 лет назад. У меня возник какой-то момент страх полета, и это мне мешало работать. Я вообще перестала интересоваться музыкой, жила в деревне, ремонтировала старый дом, который купила. Вела образ жизни английской аристократки, ездила на рейндж-ровере, носила резиновые сапоги и обзавелась собаками. Пару лет назад Кристин решила вернуться на сцену. Но в ином качестве я не хотела больше писать музыку, не хотела даже исполнять музыку, но мне хотелось вернуться именно в команду Mac. Дискография впечатляет не только количеством наименований, но и проданных альбомов – более сотни миллионов экземпляров. Стиви очень недоставало Кристин, тех отношений, которые у них сложились, того, как она себя вела на сцене, как она нас всех поддерживала. Сегодня мы знаем, что Кристин может изменить атмосферу во время наших выступлений настолько, что меняется даже скорость обмена энергии между нами и залом, меняется химия отношений, и мне кажется, что так мы открываем новую страницу в истории группы. An appropriate new chapter for the band. Группа, закончив турне, которое началось в прошедшие выходные и продлится до февраля, затем планирует записать и выпустить новый альбом. Диск должен выйти в конце следующего года.